Так, ну что ж, день добрый, вышло наконец Делсяк Калиста Протокол. Начинаем его проходить, последняя передача. Так, ну а среднем, естественно, будем играть на среднем, а уж потом будем поднимать свою квалификацию, так скажем. Средний уровень. Так, и нам надо чё? Выбить сохраненную игру для переноса оружия, апдейтов, так, валюта, количество, пункт, новая игра, чтобы начать сначала. Так. И какую же нам загрузить? Девять. Так, это получается одно и то же, да? Два. Автосохранение. Экстремальный режим. Новая игра Калиста. Начало. Подожди, так. 10 июня это что за хуйня? Так, ну, наверное, вот этот. Экстремальный режим. Не, это экстремальный режим. А тут получается какие-то два из этих. Ладно, давай вот эту. Да? А, подожди, максимальный уровень охраны. Так. Максимальный, максимальный. Бежать. Так, это вообще просто автосохранение. А, здесь написано экстремальный режим. Значит, нам что, на максимальном, да? Загружаем. 8 часов 53 секунды. Потом где 9 часов, 9 часов 7. Прожать приключение со стандартным оружием. Перенос оружия, выгрузов и валюты, количество не происходит. Иди в жопу. Мы будем переносить все, что есть. Так, ну, я думаю, вот это. Бежать уже не так. А куда делись сохранения со средним этим сложностью? То есть сразу на Max has been on my case about these Europa runs. We've done jobs like this before. Don't know why he cares so much now. Mayday, mayday, mayday! This is UJC Charon! Returning to Callisto! Hold on! Fight for impact! Grab him too. Hey! What are you doing? Hey! I didn't do anything! Dr. Caitlin Marler, and as per Article 412 of the UJC Penal Code, you will now be fitted with a core device. Ruff! What the fuck is going on? Back there, I just saw something. It attacked me and it didn't seem human. There was an outbreak 75 years ago. Just like what's happening in the prison. They killed everyone. Trying to contain it. Everyone. These aren't accidents. There's a pattern. Arcus, Black Iron, Europa. Then about escape, then Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers! Soon everything will become clear. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. Europa wasn't a terrorist attack. Jacob, what do you got there? What we got here is none of our business. But come on, we got a job to do. I could have stopped this, but I didn't. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. Late on time.
He approaches. The survivor. Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. You listen. I'm sorry for everything. I do belong here. Jacob! Choice. Every choice in your life has led you here. To this moment. To this place. Jacob. There might be a way out after all. But I'm going to need your help. Welcome to Black Iron Prison. Последняя передача. Блин, вступление было такое прям шикарное. Jacob! Can you hear me? Wake up! Jacob! What? Where the fuck am I? It doesn't matter. Just get moving. My lab's up ahead. I'll explain there. А, это все ролик, да? Так. Ух ты, расчленка теперь есть доступна. А чё это он валялся, просто отдыхал? Подожди ты, барышня. Так. Я уже не помню, что у меня тут. Don't just stand there. Да погодь. Move, Jacob. Да двигаюсь, я двигаюсь. Подожди. Инвентарь заполнен. А чем тут заполнен? Блять. Ну это пиздец, конечно.
Блять, пиздец. Столько предметов сейчас. Просто. Просто теряю. А чё у меня этот? Надо пользоваться револьвером этим сраным. Патронов. Сука, еще здесь аптечка есть. Ах ты тварь. Так, ну и что там у меня? Ага, место освободилось. Ну вот. Подсчет давай решать. Давай вот эти вот. Патроны на дробач. И все, да? Тридцать два. Блять, мне бы инвентарь расширить бы немного. Назад, интересно, смогу вернуться? What happened to Ferris? Why can't I remember how I got here? Dissociative amnesia. Your mind is protecting itself. Just hurry. I promise everything will become clear soon. Так, только не закрывай двери. The door to my lab is offline. You'll need to open it from there. Сука, закрыли. Столько предметов осталось там. Так. Я сейчас все это говно оживет, блядь. Сука, ты посмотри, что здесь есть. Так.
Окей. Здесь что у нас? Аптечки, да? Угу. Здесь тоже аптечки. Так. Ну, началось. Так. Ну, пока что-то как-то... Так. Вот. Могу здесь потратить 4 патрона. У меня ячейка освободится. Ёбаны. А чё так жизнь-то разобрали? Так, жизнь-то разобрали хорошо. С рабочом. Так, все, места нету, да, опять? Ну ладно.
Да, блядь. Твой... Я не ожидал. Назад я не поднимусь, да? Ладно. Будем пока экономить. Так, не туда. What the hell happened here? Так. И патроны у нас. Невипруха. Это кто? Ты что ли охаешь, ахаешь? Active console. It must be reset to open the door. Так, смотри, тут у нас еще одна хрень, которую можно продать. The nodes have destabilized. Align them to reset the system. Типа это мне туда? Да, скорее всего, мне туда. Здесь жопа какая-то. Но здесь есть аптечка, ты посмотри. Знаешь, что мы делаем? Вкалываем и забираем. Так.
For what? None of this makes any sense. It's just your mind playing tricks. You've been through a terrible trauma. And what about you? There's no escape for me? What changed? You did. I saw what you were willing to do. I regret what I've done, but we have to keep fighting. We have to finish this. Now listen, there's an escape ship waiting for us. Get to the loading bay, and I'll meet you there. Yeah, and then what? Don't we just fly out of here? We're the most important cargo of all. I've downloaded all of my files to a series of drives. The first one's there. You'll find others along your way. You gave Danny a piece of the puzzle, but recover them all, and we can expose Cole. Put a stop to his plans. Yeah. Right, one last job. And fine, I'm in. What is that thing? It held one of my experiments. It broke free when systems failed. Avoid it if you can. Fight it if you must. You're right. One last job. Don't leave that data drive. The data contained herein is my confession of my involvement with what transpired at Black Iron. The history of Kallipolis and the madness of Duncan Cole. What happened here can never be allowed to spread. The consequences would be no less than apocalyptic. Окей. Инвентарь заполнен. И опять же заполнен. Moving down, past the chute. The loading bay is just beyond. Это что? Здоровьем. Здесь у нас нет ничего. Какие-то ящерицы бегают. Блять, а вы не тази рукой пока вошился? Так. Да хули я ж в унитазе копошусь. Это мне это не нравится. Ну-ка еще раз, опять будет, да? What is this?
recovering. Hallucinations are to be expected. Just keep moving. Keep fighting. Так глючит, хуя себе. Так, а назад я уже не пройду, да? Да, назад я уже не, сука. Вот тут вот как раз магазин встретился мне. UJC Printing. Have a united day. Так. А тут все прокачано как раз. Так, продать. О, нихера, сколько у меня этих. Да, из-за того, что, типа, это другая сложность, типа, максимально. Здесь в половину ценники за вот эти штуки. Так. Еще, в принципе, можно. А вот это. 4 ячейки освободили. У нас есть обойма вот этого, обойма этого, обойма, но не полная. Обойма. 2 на дробаш. Ладно, оставим пока так. Купить ничего. Нечего пока. Не улучшать, не покупать. Так, не он туда вниз, да, по-любому. Иди. Ты вот же говнище, блядь. Так, здесь ничего открывать нельзя. Убить я его не смогу, да? Look for a way out. Quickly. Я нашел выход.
сука. Иди нахуй. Все, мы съебали. What was that? Something new and indescribably dangerous. Be careful, Jacob. Ты сейчас говоришь, что она опасная, а блять, а потом я в него пау-пау, и он труп. Ну-ка, там не было больше поворота? Назад я не могу, да? Не могу. Не-не, не было там ничего. Но от него бы ништяки бы остались хорошие. Наверное. Ты что делаешь, Айзек? Айзек уже хотел сказать. Так. Джейкоб, блядь. That's also new. The prison has changed, Jacob. Don't let your guard down for a moment. Бля, это пилы какие-то. Ах ты, сука! Так. Чем мне пулькать, чем пулькать? Ладно, выберу вот этот. Так, а мне чего, да, ставить? Сейчас найдем, где она там. Ну,
блядь. Блять, еще и здесь дверь. Да ты заебал! Так, а здесь еще у нас дверь. Нам сюда, не сюда. Еще у нас есть две двери. Здесь у нас есть аптечка. Тарейка. Блять, два шприца. Так, есть свободное место, да? Так, даже два, давай сделаем так. Откуда они вышли? Из вентиляции, да? Давай заберем аптечки. Убираем вот это. Так, это мне нахер не надо. Она стоит, тоже ни хера не стоит. Вот это забираем. Thank you.
штрафной изолятор. Так, окей, там ящик. Блять, вот говнище. Cole viewed the inmates as disposable, a means to an end. I swore I'd never do that. Until I did. The desire to prove him wrong blinded me to the consequences of my own actions. What have I done? Да нахуй они нужны столько, я столько перчатки не пользуюсь, сколько их здесь даете. Так. Блять, еще одна аптечка. Кстати, а может здесь еще есть сундуки, нет? Нет, что-то их здесь не особо-то. Ну ладно. Блять, мне бы инвентарь побольше. Так, у нас есть свободное место.
Да, вот это вот беготня туда-сюда ради того, что появилось свободное место. Так. А у меня там 14, да, патронов? А максимум вместилище 20-ка. Так. То есть 4 патрона я могу пропулькать. Так, все, этим пистиком больше не пользуемся. Сука. Сказал только не пользуемся, вот он опять появляется. Теперь 6 патронов можно про пульки. Ладно, 6 патронов, так 6. Или же их можно просто продать, да и все, и не мучиться. Потому что как пистолет, если честно, это говно. Please make a selection. Так, продаем. На что мы продаем? Продаем вот это вот. Продаем аптечку, патроны и еще одну аптечку. То есть две аптечки, я думаю, мне вполне достаточно. Нет, 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 нет. Блять, блять, быстрей, 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 быстрей. To the loading bay. Be very careful. The path ahead is dangerously unstable. Be prepared for anything. Блять, тебе там легко говорить, слушай. Так.
слизь какая-то. Фу, блядь. Блять! Нихуя она прилетела, блять. А где? Я не понял, где аптечка его? Иди-ка ты нахуй. Что ты, горбун? Во-во-во-во-во-во. У нас открыто, да? А здесь у нас что? Ну это какие-то непонятные, блядь, тараканы же.